Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам женскую сумку американского бренда Michael Kors. Верх модели выполнен из натуральной кожи теленка. Мягкий материал отличается прочностью и долговечностью. Кожа приобрела особый зернистый рельеф благодаря обработке на специальных штампах. Это делает ее внешне привлекательной и более практичной. На такой поверхности будут меньше заметны мелкие царапины. Фронтальная часть сумки украшена позолоченными металлическими элементами в тон фурнитуры. Ручки, ремень и другие мелкие детали сделаны из однотонной кожи. Сочетание штампованной и гладкой поверхностей создает интересный контраст фактур. Основное отделение закрывается на прочную металлическую молнию. В него можно положить небольшую бутылку воды, косметичку, записную книжку и кошелек. Во внутренних плоских карманах храните документы и карты. Внешние карманы подойдут для пропуска или салфеток – вещей, которые всегда должны быть под рукой. Брендовая текстильная подкладка прочная и долговечная. Она черная, на ней будут меньше заметны загрязнения. Короткие кожаные ручки позволят носить сумку в руках. Одну из них украшает брелок с металлическим логотипом бренда и кожаным узелком. Используйте широкий съемный ремень, если хотите носить сумку на одном плече. Длина ремешка регулируется. Модель может подойти людям разного роста. Эта сумка относится к стилю casual с элементами гламура в виде золотых металлических деталей. Носите ее с женственными платьями и лодочками на каблуке. Более смелый, агрессивный образ сумка составит с облегающими джинсами, прозрачной блузкой и босоножками на высоком каблуке. Оцените качество вашей новой сумки Michael Kors.